как отмечают дни рождения диджеи. Конечно же, большой, грандиозной тусовкой, где собираются поклонники, друзья, да и просто неравнодушные клаберы. Лаборатория вечеринок Тугакс для одного из своих резидентов в честь его 30-летия и 10-летия карьеры закатила по-настоящему бомбический праздник. Диджей Саша Квакер стал виновником торжества. Сашка, привет. Здорово. Вот ты сегодня именинник, у тебя 10 лет, как ты стоишь за пультом, 30 лет тебе сегодня исполняется. Но вот касаемо твоей диджейской карьеры, скажи, вот 10 лет – это срок на самом деле очень немалый. И вот ты планируешь как-то дальше развиваться, либо ты собираешься завязать с этим? Вот сегодня, по сути, такой последний раз. Ну, слушай, пока играется, как бы играю, мне это нравится. И, в принципе, мне ничего не мешает продолжать и дальше развиваться. И есть к чему стремиться, и какие-то новые горизонты открывать для себя. С чего я начинал? Это был транс, и на конкурсе диджеев Soundmaster 2006 я играл на отборочном этапе транс, и, ну, очень успешно, в общем, я выступил на этом конкурсе. Что же приготовили ему друзья? Дня рождения без торта не бывает. Специально для Квакера был приготовлен торт в виде диджейского пульта. Съел ли он этот шедевр, кто знает. Много теплых слов было сказано в ту ночь в адрес именинника, а те, кто не смог присутствовать, записали видеооткрытку. И, конечно же, какая мужская тусовка без девочек? В ту ночь их было очень много. А главное, прибыла из северной столицы. Элис Секстон. Удивительная, яркая, потрясающая девушка. Диджей буквально взорвала танцпол в эту ночь. Мы тебя научим. Вот скажи, фишка топлес выступать, откуда она пришла? 10 лет назад было очень популяризовано за границей, в Европе, диджейки топлес, да, и в Россию это привезла Ники Белуччи. В России это было ново, поэтому по ее контактам мы открывали окно в Европу, и, соответственно, она делала гастроли в России. Мы смекнули и поняли, что российской аудитории по регионам просто необходимо дать красоту, сексуальность и музыкальную подачу посредством девушки-диджея. Женская красота меня вдохновляет больше, чем мужская, вы уж извините. Мужчина меня некие другие качества вдохновляют, если вы об этом. Понятно. Хорошо, спасибо. Вот еще следующий вопрос касаемо музыкального направления. В каких стилях ты играешь? Deep House. Deep House мне сейчас более близок. Именно такой кочевый, вязкий, вокальный. Да, мне это близко. Возможно, техно мне, но также минимал, tech house. Чего ты ждешь от сегодняшней публики? Что я могу ждать от своих земляков? Ведь я родилась в Кургане. Вот я не жду ничего, потому что от любимых, от родных ты не ждешь. Ты готов давать, ты готов отдавать свою любовь. Вот это поворот, да. Ребята. И поэтому, поэтому я ничего не жду. Я приехала, чтобы дать, чтобы запитаться от земли, от земляков, от, скажем так, энергетики, прокачать и прокачаться. Вообще, как тебе вечеринка в целом? Очень вымотал эмоционально. Без сил отправляюсь домой спать. Вот так, все супер вообще. Самая лучшая дискотека вообще в вот этом такая. Городе была просто. Просто конфета. Просто конфета, да. Я сегодня уже съездил, переоделся и обратно вернулся, потому что ну, было очень тяжело. Все было очень круто, все было очень супер. Вот оно, то, чего я ждал. Супер монстры трэш могильного рока. Диджей Горилла сегодня для вас. Реально, то, что прочувствовано душой, это не передать ничем по-другому. Вот оно, ее музыка идет через ноты, через текст. И оно просто заводит, и это вообще это вау. Отлично, было несколько прям крутых треков. А вот в плане того, что она топлес, это как бы зацепило? Ну...
Сами организаторы позиционируют события как финальную вечеринку сезона. Сезон выдался очень богатым на крутые яркие мероприятия. Вот и последний аккорд получился не менее запоминающимся. Я не просто доволен, я счастлив, то, что эта, наверное, вечеринка была реальным крутым итогом всего сезона от Tugexpo T-Lab и праздничная атмосфера, которую мы задавали, которую поддержал наш народ, который пришел на Special Night, сделал главное дело, продвинул город Курган еще на одну ступень выше и доказал, что клубная музыка имеет значение в Кургане. Да и вообще приехали люди с области и из городов, которые, я вижу, они просто счастливы. Саня сегодня сделал супер дело, отыграл лучшие хиты за практически свои 10 лет, свои 10 лет карьеры диджейской. Ну и передал эстафету затем нашей супер гости, диджей Лиз Секстон, которая, ну, никто не ожидал, но просто разорвала танцпол своей музыкой, музыку, которую хочется двигать дальше в наши массы и создавать что-то новое, творить и реально создавать атмосферу. Ребята, продолжайте! Мы будем с нетерпением ждать новых тусовок, новых бомбических вечеринок и встретимся уже 1 января на первой клубной тусовке 2017 года.